купили бунгало в отеле Алла Гоа. В принципе, бунгало очень хорошее. Находится тут в тропическом саду. Супер. Единственный недостаток — с соседями все слышно. Все слышно. Тут вот мой орешек лежит. Приходишь с пляжа. Во-первых, не лежит, а сидит. Сидит. Постель заправлена. Супер. Значит, что тут есть в отеле? Чайник электрический. Но кружечки, все такое. Потом разное. Тут кофе, сахар, чай. Все тут такое. Фен. Фумитокс, если вдруг комары. Ну, правда, у нас ни одного. Это все бесплатно. А вот это вот платно. Чипсы. Ну, правда, цена тут очень дешевая. А эти чипсы спиртные. Значит, телевизор тут. Плазму, правда, один раз смотрели. Один канал российский. Вентилятор работает. Кондиционер работает. Прохладно. Значит, в баре тут и вода. И вытащили мы все, что в баре стояло. Пиво, водка, все. Значит, все вытащили мы. Такой шкаф. Немало. Правда, всего 4 вешалки в шкафу. А так огромные стеклянные двери. Вот эти стеклянные двери неудобны. Потому что ночью у нас один человек стоит в туалет и думает, что двери нет. Вырезается в нее. Да? Так, значит, открываем. Туалет, ванна. Так, туалет. Постоянно дают мыло, шампунь. Все. Здесь туалет. Здесь рядом душевая кабина. Душевая такая. Тут душ и такой. И такой. Потом летний душ есть. Если мало. Ой! В общем, не так просто. Тут, наверное, привет. Наверное, орешек тут что-то закрыл. Ну, конечно. Тут такие все, чтобы никто не влез. Летний душ. Вот. У каждого номера нужно помыться. В летнем душе. Орешек пришел. Так очень чистенько, хорошо. Уютненько. Бумаги в туалетном дворе. Мусорные ведра. Все есть. Одно, второе. Холодильник. Даже тут меню можно заказывать. В номер еду. Мы заказали позавчера огромную рыбу, килограмма на 2. И дали всего 800 рублей. Вот так тут супы. Ну, правда, по-английскому все написано. Вот супы. Вот цена. 160, 160, 140 маленькие блюда. Салаты разные тоже, 150 рублей, то салат интерьер, потом что, салат есть, самый дорогой, наверное, это морской салат, 350 рублей. Так, что здесь значит у нас, это бифштекс, курица. Цены нормальные. Пасты разные, спагетти. Значит, 325 рублей. 320 рублей. Болонез 350 рублей.
Единственное, что рыба тут не написана цена, потому что смотрят размеры. Рыбы, креветок, смотря какой размер. Вот так. Цена нормальная, между прочим. В общем, нам нравится. Вот десерты какие-то есть. 130. На завтрак ходим. Омлет, яичница. Ну и разные бывают макароны. Все. Так, ну, вроде бы все рассказала.